Концерт, посвященный пророку Мухаммаду, прошел в Махачкале. Его показали дети с интеллектуальными расстройствами. Все прошло в Республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации. Более 20 детей разного возраста спели нашиды и прочитали стихи о пророке. Организаторы уверены, такие мероприятия помогают детям в духовном просвещении. Среди гостей концерта были сотрудники центра и особенные дети. По окончанию для них показали фильм о пророке Мухаммеде. Это коррекционная школа для детей с интеллектуальными расстройствами, и поэтому для наших детей это было очень сложно. Поэтому для них все-таки вот мы постарались, чтобы они это приняли душой и смогли это воплотить, потому что для них это представляет просто даже выучить наизусть, для них представляет сложность.